Христе Владыце, и Христа узрим, правды солнце, всем жизнь воссияюща. Христос воскресе из мертвых, снишелись и преисподняя земли, сокрушились и береги вечные, содержащие связанные кресте и три дневные ходки района, воскресе силы гроба. Благослови высокопреосвященнейший Владыко! Благословен Бог наш, и да ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущего гробе животорвав! Захвалит Господа! И усподобитесь нам слышанию святого Евангелия, Господа Бога молим! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Ты мудрость проси, услышим святого Евангелия! Мира всем! Господи слава! Пришедший к нему иудеям, а здесь дверь мною, аще кто гнидет, спасется, и внидет, и сыдет, и пажет, обрящет, так не приходит, разве да украдет, и убиет, и погубит, аз придок да живот имут, и лиши имут, аз весь пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник и женец пастырь, ему же несут овца своя, видит волка грядущая и оставляет овцы и бегает, и волк расхитит их и распудит овцы. Подашьте убо нам молитвами вашими ревность православия, якуда отеческие предания добре, сохраним каноны церковные верно соблюдем. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Я желаю, чтобы мы были благодарны Богу за те великие благодеяния, которые мы получили на протяжении последних дней, кажущихся дней скорбных, печальных. В середине Великого Поста мы с вами по-человечески почти были уверены, что в ближайшем будущем не будем служить и молиться в нашем прекрасном академическом храме. Но Бог услышал наши немощные, скорбные, но дерзновенные воздыхания. И слава Богу, не только завершили Великий Пост в нашем храме и в Святой Лавре, но и всю пасхальную, весь пасхальный период мы с вами духовно радовались, молясь в храме Рождества Божьей Матери и в тех храмах Святой Успенской и Киево-Печерской Лавры, которые нам доступны на ближних и дальних пещерах. И благодарим Бога и за эту скорбь, и за эту радость, за все, что есть в нашей жизни, понимая, что мы должны это все принять с достоинством, не роптать, но обязательно найти в этом плод, достойный плод смирения, покаяния. И как результат, конечно, мы надеемся на вечное спасение. Будем молить Бога, чтобы
мы как можно дольше в своей жизни пребывали вот на этой святой земле, Святой Успенской Киево-Печерской Лавры. И, конечно, вручаем всю свою жизнь волю Божией. И в церковной истории мы знаем, что все, что Господь посылает, посылает только для нашего спасения. Главное, чтобы мы были той солью, о которой мы сегодня слышали в евангельском чтении, в тех словах и тех наставлениях, которые Господь всегда говорит каждому своему верующему. Мы молим сегодня и святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, чтобы они тоже преклонили свои колени у престола Божия и пред Богом, Творцом и Вседержителем, чтобы Господь дал нам разумление тех времен, которые сегодня мы переживаем. А прославляя этих великих святых, которые особо потрудились евангельской миссией в славянских народах и всех нас, славян, присоединили, приобщили в бездонном богатстве православной веры. И дай Бог, чтобы мы были достойными этого великого наследия. Чтобы мы тоже своими силами, не мощными, но дерзновенными, были продолжателями этой великой евангельской миссии, веры Христовой, которая должна существовать до скончания века. И будем ценить все то, что нам оставили святые равноапостольные Мефодий и Кирилл, эту культуру христианскую, православную, и особенно тот прекрасный церковнославянский язык, который объединяет все славянские народы и как один из древних языков тоже помогает нам более глубоко проникнуть в те духовные сокровища, которые хранятся в православном предании. Пусть пасхальная радость не оставляет нас, дорогие братья и сестры, даже в самые скорбные минуты, которые Господь посылает нам для нашего спасения. Пусть пасхальная радость обогащает нашу жизнь с вами, и пусть пасхальная радость пребывает с нами всегда до скончания века. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!